Заплати 5000 рублей, или твой автомобиль сгорит. Такие записки с угрозами начали поступать в адрес ивановских автовладельцев. Текст распечатан на обычном принтере. В полицию уже обратились несколько обеспокоенных владельцев транспортных средств. Но наверняка есть и те, кто решил правоохранителей не привлекать. Полиция от владельцев транспортных средств принято и зарегистрировано в установленном порядке соответствующее заявление по подобным фактам. Проводится оперативное мероприятие, направленное на установление лиц, кто оставил такие записки. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела. Имеются и конкретные версии относительно того, кто может этим заниматься. Они пока не подтверждены фактурой, но работа сотрудниками уголовного розыска ведется в ежедневном режиме. В частности, в ходе этой оперативно-розыскной деятельности полицейскими задержаны лица, подозревающие в краже аккумуляторов автомашин. Подозреваемых в совершении преступления лиц сейчас проверяют на причастность к иным криминальным деяниям. А полицейские советуют ивановцам, если вдруг столкнулись с чем-то подобным, не идти на поводу у мошенников и не вступать в переговоры, а незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.